В актовом зале школы номер 12 собрались победители исторического квеста. Он проходил во всех школах, и прежде чем попасть в финал, участники преодолели несколько этапов. Эрудированность школьников средних классов оценили члены жюри. Ребята продемонстрировали, несмотря на юный возраст, да, то есть это не выпускники школ, вы обратили внимание, но тем не менее знание истории, это очень радует. Это радует, что мы в своих школах сохраняем традиции, знания своего, истории своего отечества. Вопросы квеста были связаны с парадом памяти, который традиционно проходит 7 ноября в Самаре на площади Куйбышева. Финальный квиз состоял из трех этапов. После подсчетов очков победа досталась ученикам школы номер 42. Конечно, огромный восторг, неожиданно, приятно, волнение какое-то все еще есть. Ну, сколько они готовились, они во вторник участвовали в другом таком же квесте, прошли сюда. Наверное, один день, два дня. Вся команда получили награды за активное участие в историческом квесте, победители, грамоты и подарки от администрации города. Светлана Кудрявцева, Артемий Римша, Максим Гусев. События.